Дома за чашкой чая или, например, целым двором и даже микрорайоном. Так клинчане отмечали День соседей. Подробнее в нашем следующем материале. В нашем доме поселился замечательный сосед. Замечательные соседи Карповы поселились в доме на Бородинском проезде 50 лет назад, как и многие гости за их столом. Поэтому, ну как тут не собраться в такой праздник? Очень гостей любим, принимать любим. Кормить любим. В нашем подъезде соседи, мы так друг друга все уважаем и друг другу помогаем. Дружно живут соседи в доме 52 на Ленинградском шоссе. На праздник в их двор собрался весь поселок и не только. Были даже официальные гости. Мне очень приятно поздравить всех вас с замечательным праздником, Днем соседей. Это новая традиция. Мы всего второй год отмечаем в нашем районе этот праздник. Но я надеюсь, он действительно станет поистине народным, поистине добрым. И у каждого появится желание поучаствовать в благоустройстве своего двора. Этот двор в поселке 31 октября один из самых лучших в районе. За красоту и благоустройство местные все делают своими руками. Он удостоен премии губернатора области. Но глава района решила еще раз поблагодарить замечательных соседей. Благодарственное письмо награждается Чистякова Светлана Олеговна. А это уже Майдановский парк, самая крупная праздничная площадка в этот день и самая уникальная выставка, которую Клин еще не видел. Смотрите, какая прелесть. Праздник «День соседей» в Майданово полностью оправдывает свой международный статус, начиная от выставок и танцев разных народов, заканчивая поздравлением для клинчан из Удмуртии. Внимание, экран! Удмуртию с городом Клином прочно объединил Петр Ильич Чайковский, родившийся в городе Воткинске. Где и когда бы мы с вами ни находились, нас всегда окружают люди разных национальностей, наши соседи. Мы поздравляем вас с этим праздником. Несмотря на дождь, который шел почти всю пятницу, те, кто хотели праздника, его получили. Замечательные соседи не расходились до позднего вечера. Узбекская кухня была, наша была кухня русская, каша гречневая с тушенкой, замечательно, все прекрасно. Побольше бы таких праздников было. Это даже нет слов. Клин у нас растет, и мы этому очень довольны. Олеся Тарбенкова, Юлия Левицкая, новости дня.